time to kick it old school. So you can feel cool. Give it to me, baby. Baby. Yeah. Сейчас Еха у нас едет, 63-й полный привод против Эволюшена полный привод. Мы и так едем, кнопку опускай, когда на камеру говоришь. Готовы, да, все? Все нормально? Итак, Эволюшен готов? Мерс готов? Поехали! Опять уснул на самом старте наша Еха, как будто словно фору какую-то дала, и все равно она догоняет стремительно на середине трека нашего, объезжает нашего Эволюшена, несмотря на то, что проспал старт Еха, проспал. Слушайте, как он Эволюшен выиграл? Мерс просрал в корпус. Мерс просрал в корпус? Конечно, Мерс, Эволюшен выиграл, вы что? Просто у меня в глазах двоится, как так? Эволюшен победил, Эволюшен победил. Просто победил, ну проспал старт Еха, что-то как-то это. Еха, по-моему, взяли, потому что... Я тоже не указался на середине, ты же видел, что он уехал? Да. Я понял. Какая-то. Может, я ранен? Уточните, Эволюшен победил. Что, победил в корпус? Да как так-то? Авторизацию не выключил, он крышу поймал. Ну ничего, нормально так бывает. Не, Колян просто попросил его раздуть, я его раздул. Итак, второй заезд у нас Эволюшена против 63-го. Так как первый заезд проспал на 63-й, Эволюшен выстрелил и победил. Они ровно, да, примерно же стоят? Оставим их так, как есть, нормально. Три человека сидят в 63-м. А Колян просто решил не закрывать окно. Пару сделаем, да? Все, финиш, будь готов. Всегда готов. Итак, оба уже накатили, оба готовы. Готов? С тебя начать? Ну ладно, фору дадим. Готов? Готов? Поехали! Опять 63-й на самом старте. Но вот здесь он выстреливает очень-очень хорошо. И однозначно здесь видно конкретно, что 63-й уходит вперед просто уже в точку. Мне кажется, Эйв даже уже просто не топит, докатывается потихонечку. Ну как сейчас на финише? Три человека в 63-м сидело. Да, хуя, Эволюшен, по-моему, что-то не торопился. Да, Эволюшен просто с газ уже, по-моему, после середины сбросил. X5M, разгон до 103,6 секунды. Против него E63 AMG, 3,4 до 100, 720 лошадей против 612 лошадей у E63. Вес, я думаю, не имеет значения, оба полный привод, оба на автомате, очень скоростные автомобили. Сейчас мы их выставим ровно и начинаем старт. Поближе, чуть-чуть поближе. Чуть-чуть поближе. Финиш готов? Пускай. Е готова? Х готов? Поехали! Орёт дурнина, Ешка выстреливает сразу же на старте, несмотря на то, что старт был лучше у Икса. Несутся наши монстры к финишу, и Еха уходит далеко. Большой разрыв между ними на финише. Надохуя. Надохера, даже неизвестно насколько. Ну, примерно хотя бы какой разрыв? Корпуса 4 минимум. Корпуса 4. Ну, надо все. Нифигово, просто нифигово. Просто 7 миллионов. Ну, что бывает, нормально. И это несмотря на то, что наш... Что у вас брат один есть? Наш X лучше X стартовал на старте. Повтори, я не слышал. Чему у вас Фред один поехал? Надо было запустить с кем-то.
Ты Мана нахрена домой отпустил? Мы же тебе говорили с чипсами, его оставляй здесь, чтобы с кем-нибудь он тоже погонял. Таков был результат просто. С вами был канал Технолог. Подписывайтесь, ставьте лайки.